Дома пропиши еще 3 страницы, только старайся. Пусть из старших кто-нибудь проверит. Бабушка сможет? Не, мы с сеструхой ей надоели. Довели. Слав, ты знаешь, меня с братом тоже бабушка растила. Когда ее не стало, было очень тяжело. Так что бабушек надо беречь. Понял? Давай, беги. Я и сам дойду, чего бы. Петровна Викторовна, принимайте, братца. Хуже первоклашки. Так, что опять натворил? Пусть расскажет, где его отловил. Что он на Горбатке делал с нариками и дуриками? Где? Егор! Все, я устал с ним мячиться, Алена. Дальше сама. На тренировке он не ходит, все результаты на смарку. Я бы ему вмазал и... Ты долго дурить будешь? Только начал. Понятно. Может, тебе надо было в детдом отдать? Мы зачем с твоим тренером столько комиссий выдержали? От органов опеки отбивались. А я и не просил. Чтоб ты, дурак, дома жил, а не путался непонятно с кем. Спорт — это единственный шанс твой двигаться в люди. А ты что? Что ты на Горбатке делал? Гулял. Нельзя? Ты не понимаешь, что своим поведением ты и мне будущее портишь. Да ладно. Выгонят из училок, пойдешь в продавщицу. Алеш, привет, ты за мной? Я сейчас. А ты специально мента в женихи выбрала, а? Чтобы он тоже меня воспитывал. Мы за ним, придержи. Егор! Егор, подожди. Что ты натворил? Говори. Ты с ума сошел? Откуда у тебя эта дрянь? Аленка, сеструха, помоги. Или мне край. Если меня заберут, я век не расплачусь. С кем? Кто тебе это дал? Да неважно. На продажу дали. А за то, что спалился, как лох, накажут, а не менты, а Аленка. Помоги, пожалуйста. Егор! Егор, так нельзя! Ну, что, Аленушка, делать-то будем, а? Алёш, ну хоть ты ей объясни. Ты зачем пытаешься своего брата выгородить, а? Тебя же школа твоя турнут. Судить будут за хранение наркоты. Сядешь, а Егорка куда? В детский дом. А там покатится. Лёша, он сказал, что его убьют из-за этого. Помоги ему, пожалуйста. Ну что ты молчишь? Да что, Алёша? Устроили тут. Ты хоть о женихе своем подумай. Какого Алёшки-то? Судимая невеста. Ему ж увольняться придется. А он в тебе души не чает. А называет-то какая? Алёшкина Алёшка. А Егорке твоему полезно даже. Посидит там на малолетке, одумается. Может быть, профессию какую получит. Им нельзя в колонию, у него здоровье слабое. И поэтому его в спорт отдала, чтобы он окреп. Спорт. Вон он его, спорт. Дурь детям впаривать. Он ни в чем не виноват. Это я. Только я. Угу.
Не понимаю. Зачем тебе жизнь портить из-за этого дурака мелкого? Это мой брат. У него никого, кроме меня, больше нет. Когда бабушка умерла, я пообещала ему, что никогда его в беде не брошу. Дура ты. Все равно ему не поможешь. Ему уже 5 лет за мамку-няньку. Значит, это моя вина, раз так плохо воспитала. Дима, что случилось? Алешка, к дилерам сунулся разбираться. Егору помогай, как ты просила. Они его убили. Егора. Алешку. Поминок. Да. Такого парня загубили. А все из-за тебя. Из-за братства придурочного. Вот Егорке теперь хоть бы хны, а Алешка в земле. Пусть меня за это судят. Тебе помочь. И брату твоему тоже. Только ты будь со мной немножко поласковее. Позговорчивее. Леша был тебе другом. А нету больше Лешки. Понимаешь, ты мне всегда нравилась. А я не хотел друг к другу переходить. Теперь все. Мы можем быть вместе. Путянкин, какая же ты мразь. Как ты можешь? Ты остыряй. Ну все. Теперь ты ответишь. Все, ничего. Ничего. При свидетелях у Смирновой было изъято наркотиков на очень большую сумму. Ваша честь, но дело даже не в этом, а в том, что она все это принесла в школу, где учатся наши с вами дети. К тому же со следствием сотрудничать отказалась, нанесла травмы сотруднику при исполнении. Подсудимая Смирнова, встаньте. Объясните суду, зачем вы принесли в школу наркотики. Наверное, учеников своих угостить хотела. Лейтенант Будягин, я вас внимательно выслушал, теперь помолчите. Вообще, вы ли их туда принесли? Ведь, может, это был кто-то другой? А к вам они попали совершенно случайно? Так кто же это? Не молчите, Смирнова. Простите, Ваша честь, мне нечего добавить. Вы все знаете. Заседание объявляется перерыв на 1 час. Ну, ты когда приехал? Да вот прям с
7 часов кряду гнал, без перерыва, чтобы не опоздать. Здесь по делу моих фармацевтов все, что ты просил подвести. Я ведь не опоздал? Да нет. До свидания по твоим фармацевтам. И назначено. Да, это передай их адвокату. Со своей стороны я отвечу. Спасибо. Сейчас в гостиницу. Да нет, останусь. Интересно здесь у вас. Досмотрю до конца, если можно. Ты о чем? Слушай, ну неужели ты собираешься закрыть эту милую девушку, которая ну никак на наркодилершу не катит? У меня ведь глаз наметанный. Ты про Смирнову. Да мне самому это дело поперек горла. Хорошая девчонка. Брата балбиса выгораживает. А этот лейтенант чего выступал? Она ему чем поперек горла? Девчонка с характером. Он начал приставать. Получил за дело. Еще жених недавно погиб. Ну, тем более. Пожалей девочку. Я, если что, отблагодарю. Ну? Что? Так понравилось? Ну, я люблю таких с Норовым. Рассмотрев предоставленные обвинения материалы, суд постановил гражданку Смирнову Алену Викторовну признать невиновной и освободить из-под стражи в зале суда. Не понял, это как? Дело о найденной партии наркотиков передать на доследование. Ищите поставщиков. Это гораздо важнее, чем то, что у кого-то случайно на руках оказалась эта партия. Заседание окончено. Алена Викторовна, Кирилл Залесский. Ты чего так напряглась? Я такой страшный. Успокойтесь, вам ничего не угрожает, не бойтесь. От него, кстати, тоже. Выдыхайте. Вы адвокат? Я, скорее, консультант. Заскочил сюда по делам, сейчас уезжаю. Вам рекомендую поехать вместе со мной. Мне? Да. Зачем? Ну, потому что нормально жить вам здесь уже не дадут. И работать в школе, между прочим, тоже. Вы о чем? Меня оправдали. Смешная ты. Знаешь, есть такая поговорка умная. Коготок увяз, все и птички пропасть. Оправдали, конечно, но в покое это не оставят. Те, чьи порошки твой брат потерял. И в качестве кого я с вами поеду? Да ты не бойся, я тебя не обижу. Там будет видно. Жильем помогу, на работу устрою. А Егор? Я его не оставлю. Я опеку. Поможем и Егору твоему. Решай, Алена Смирнова. Я думаю, ты приняла правильное решение. Ребят, значит, Лёш, я за тобой приеду в обед, а тебя заберу после твоей тренировки, хорошо? Давай. Так. Алёнушка, ты мне рада? Нет, ты сам прекрасно это знаешь. Алёнушка, не груби. А братец твой опять у нас учудил. Ты только за этим приехал? Ну, что ты такая злая? Ну, не я же его в наше болото верну. Сама его спроводила. Это было решение Егора. Понятно.
богатенький папенька не нашел места для бедного родственника. Да, Егорка твой на первую настоящую ходку пойдет. Но мы ему можем помочь. Ты нормально можешь говорить, чем я могу помочь? Кирилл в этот раз денег не даст, точно. Деньги здесь ни при чем. Я скажу, куда тебе нужно прийти, и ты придешь. Хорошо, Ленушка? Речь пойдет о моем брате, или твой отец тоже в этом замешан? Аленушка, я тебе все объясню. Ты проходи. Я хочу, чтобы ты понял раз и навсегда. Касса закрыта. Ну что ты, я совсем не за деньгами сюда приехал. Тогда зачем? Ты мне нужна. Как я долго ждал этот момент от твоего мужа Кириллу. Ты совсем не нужна. Ты пьян? Ты вообще не соображаешь? Даже не думай, Путякин. А я не думаю. Так руки убери свои, урод! Ты что делаешь? Мы не для этого ее сюда позвали. Ладно. Обсудим, как твой муж пользует тебя. И не только тебя, кстати. Не трогай меня. Не трогай меня! Срочно звоните в скорую, у нее судороги. Да. Быстрее! Не волнуйся. Леша, Леша. Видно, дети с температурой в коридоре лежат. Простите еще раз. Ночь же была, мы ждали кого-то из начальства. Вот градусник, вы температуру измеряете каждые полчаса. Если вдруг поползет вверх... Я знаю. У младшего как раз судороги были из-за жара, еле спили. И насчет оплаты. Я как только дозвонюсь мужу, он приедет заплатить. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Да, Алён, как вы там, что? Лидочка, скажи, а во сколько пришел Кирилл? Он еще спит? Алёна Викторовна, он так и не пришел. Как это?
Дозвониться ему не могу. Ладно, Лид, надо собрать сумку. Я сейчас скажу, какие вещи положить, что мы здесь не на один день остаемся. И возьми, пожалуйста, мою кредитную карту и наличку, я скажу, где. Спасибо, Саныч. Свободен. Простите. У меня ночь была не менее бурная, чем у вас. Лабухин Михаил Олегович. Залесский Кирилл Юрьевич. Я в курсе. По факту гибели граждан Порываевой и Будягина возбуждено уголовное дело. Я его веду. Вы задержаны как главный подозреваемый в двойном убийстве. Я ни в чем не виноват. И надеюсь, что вы очень быстро во всем этом разберетесь. Раз уж вы здесь, но очень быстро не рассчитывайте. Это вам. Проглядели. Говорите, не виноваты, а дарите мне часы стоимостью с неплохой автомобиль. Дадите мой мобильный, чтобы я смог позвонить адвокату. Только так. Номер забыли. Нет проблемы. Адвокат вам нужен, и при этом самый лучший. Вас возле тела взяли. Это, как сами понимаете. Жене позвоню. В настоящий момент абонент разговаривает по другой линии. Занято. Никогда в жизни к ней с первого раза не дозванивался. А я еще на домашний позвоню, можно? Можно? Знаете, но это лишнее. Но мне не точно лишнее. Звоните. Так, косметичку взяла, пижама мальчишка тоже. Домашний звонит, брать трубку? Нет, нет, возьми, возьми, вдруг что-то срочное. Хорошо. Алло? Кирилл Юрьевич, слава богу, тут Алена с мальчишками ночью в больницу скорая отвезла. А мы вас ищем, вы где? Что? Алена, беда у нас. Позвонил Кирилл Юрьевич, сказал, что его задержали. Как задержали? За что? Лида, срочно выясни, где он, адрес. Лида, я уже договорилась с врачами. Вы побудете с мальчиками, пока я поеду к мужу. Так, наличку возьмите себе. Это на лекарство, на палату. Вроде бы все. Все поняла. Что он еще сказал? Сказал, что его подозревают, в голове не укладывается, в убийстве. Лид, пожалуйста, здесь об этом никому. Конечно. Да. Скажите, пожалуйста, Кирилл вот никого не убивал, это неправда? Ну, это еще открытый вопрос, гражданка Залесская. Ну, а фамилии убитых? Скажите, вдруг я их знаю? Убиты двое. Дмитрий Будягин и Кристина Порываева. Знакомы имена? Значит так. Следствие только началось, и то, что я сейчас делаю, это против правил. Но поскольку Кирилл Юрьевич, он достаточно известный и уважаемый человек, я не буду против, если ему окажут грамотную и своевременную помощь. Понимаете? Пройдемте. Я
знаю, что здесь это нельзя обсуждать, но я уверена, что ты ни в чем не виноват. Спасибо, родная. Что я могу для тебя сделать? В офисе скажи, что я уехал в командировку. Угу. Пока есть возможность скрывать, где я, ври всем. Поняла. Я надеюсь, что я очень скоро отсюда выйду. Запоминай. Юрий Калачев, адвокат. Ты его видел у меня на дне рождения? Ну, или в офисе могла, вспоминай. Ну, наверное. Его офис находится в бизнес-центре на Северной. Найдешь, скажи, что он мне срочно нужен. Ты поняла? Да. Кирилл, дети, они... Я знаю. Заболели. Ничего. Они поправятся. Слышишь? Не раскисай. Все будет хорошо. Угу. Да? Кирилл. Поторопись. Мне здесь каждый день, как неделя. Да. Да. Хорошо. Давай. Вот. Подшей эти листочки в папку и на самую дальнюю полку. Я больше не хочу это видеть дело никогда. Вы же любите такие дела. Их выигрывать приятнее. Знаешь, что самое приятное? После всего с чувством выполненного долга уехать куда-нибудь на 2-3 недели. Вы так надолго? Да нет, конечно. 3-4 дня максимум. Так что, если будет кто-нибудь звонить, переводи всех на помощников. Меня нет. Ну, если уж совсем что-нибудь серьезное, то так и быть, звони. Порти отдых. Калачёва партнеры, слушаю вас. Нет, извините, он в отпуске с сегодняшнего дня. А его номер можно? Его номер телефона? Нет, извините, я не могу вам дать его номер. Обращайтесь к его помощникам, они вас примут. А как ваша фамилия? Смирнова. Залесская. Я жена Кирилла Залесского. Но нам очень нужен адвокат. Извините, я понимаю, что он очень нужен, но его уже нет. Настырная какая, прям с проходной вас требует. Будут ходить огородами. Все. Остаешься за главного. Хорошего отдыха. Угу. Если вам сказали, что Калачева нет... Я уверена, что он там. И, скорее всего, они врут. Пожалуйста, дайте мне пропуск. Я обращусь к его помощникам. Всего доброго. Они позвонят ему. Вы понимаете, у нас беда в семье. У кого-то отпуск, а у нас беда. Ну что вы на меня так смотрите? Я ночью не спала в больнице. Ну, помогли бы лучше. Что? Это был он? Точно. Спасибо. Стойте! Ой! Ой! Девушка, вам делать нечего, что ли? Вы зачем под колеса бросаетесь? Что вы убегаете? Ой. Вы в порядке? Да ерунда. У меня муж в беде и дети в больнице. Я здесь при чем? Послушайте, я адвокат. На третьем этаже благотворительный фонд. Вам туда, все. Я не поберушка. Я жена Кирилла Залесского. И здесь по его просьбе. Вы же Юрий Калачев. Вы жена Кирилла? А что же вы по телефону не позвонили? Я звонила, меня не слушали. Да, я понял, я вас помнил. Мы виделись... Это был день рождения. В июле. Лена. Алена. Да, извините. 200 человек было. Я вас вспомнила. Послушайте, пойдемте в машину, мне там есть. Кирилл, двойное убийство. Что-то мне не верится. Я тоже не верю, что он мог. Он очень надеется на вашу помощь. А что мне дальше делать? Так. Я сейчас поеду к нему в изолятор. Спасибо. Так, я тогда пойду домой и немного приведу себя в порядок. Потом к мужу в офис и к сыновьям в больницу. Ваши дети в больнице? Да, сегодняшней ночью. В общем, кругом дурдом какой-то. Угу. Ну, хорошо, до вечера. Угу. Надо будет обсудить наши дальнейшие действия и простой совет. Вы не тратьте свои нервы. На то, что случилось, вы уже никак повлиять не сможете, а на то, что должно случиться, буду влиять я. Всего доброго. Спасибо. Thank you.
Юля, Кирилл Юрьевич на несколько дней уехал по очень важному делу к поставщикам. Поставщикам? Да, что тебя так удивляет? Ну, новый фармзавод. Фармзавод. Хорошо, если я тебе скажу, что он просто на несколько дней поехал отдохнуть. Алена Викторовна, я все равно вам не поверю. Вот. Куда это? Вчера на почту пришло. С левого адреса. Да, Кирилл, в изоляторе. Но кроме нас с тобой никто об этом не должен знать. Об этом завтра же узнают все. Там приписка. Требуют денег, иначе снимки передадут желтой прессе. Аппетиты скромные. Всего 100 тысяч. Считаешь, нужно дать? А если они еще захотят? Ну, думаю, надо. Иначе журналисты уже завтра будут здесь, и жизни никому не дадут. Кофе? Может, ты и права. А что будет, если Кирилла Юрьевича не удастся вытащить? Кирилла мы вытащим. Насчет денег я решу сама. Пришли мне всю информацию на почту. А, кстати, я узнала, это двор и дом. Я сама лично снимала там квартиру. Кирилл попросил для некой Кристина Прорываевая, то ли родственница, то ли, ну, вот. То есть получается, что в тот день он был там с Кристиной? Юля, занимайся делами фирмы. Твои догадки никому не интересны. Не волнуйся, в СИЗО у тебя будет отдельная камера. Прям на курорт еду. Кирилл, на всех допросах буду присутствовать лично. У меня к тебе большая просьба. Ни с кем, ни о чем, без меня не говорить. Ты уверен, что поможешь? Как в том, что фамилия моя Калачев? 180 дел выигранных против 3 проигранных. Черт, ты калач. Насчет гонорара не беспокойся, заплачу сколько скажешь. Разберемся, иди. Могу я изучить детали дела? Да, конечно. Заходите. Всегда рады хорошим людям. Все, все, я уже здесь. Ой, Лидочка, спасибо вам большое, очень нас сегодня выручили. Да я-то что, как там? О, Лид, мне нужно будет время от времени отъезжать и решать какие-то вопросы. Я буду с мальчишками ночевать, а вы днем приходите на смену, ладно? Ну, конечно, еще спрашивайте. Ну, что, доктор приходил, что сказал? Сказал, что они молодцы, огурцы, но надо еще недельку полежать в больнице, потому что вирус опасен осложнениями. Ну, что ты как год меня не видел? Беги в постель, быстро. Тут хуже, чем в тюрьме. Отвези меня домой. Данечка, домой сейчас нельзя. Ты же слышал, надо какое-то время побыть здесь. Ну, а где папа? Ну, что с его телефоном и придет ли он? Папа, он срочно уехал, и там проблемы со связью. Ты не переживай. Да. Алена? Да, Юрий. Я правильно запомнил? 5-я больница? Больница 5-я, детская. Когда вам нужно будет вернуться обратно? Через час. Жду вас у входа. Да, хорошо. Лид, мне опять нужно отъехать. Ну, надо так надо. Мальчишки, я скоро. Так. Держи. Куда же ты, дура? Дань, ну как так можно? Отстань. Ты мне никто, и она тоже. Ну и пусть. Иди кушай, ворчун. Не волнуйтесь, это с позволения Кирилла. Что он рассказал?
А дело вы изучили? Что там? Да, изучил. Не думаю, что вам нужно знать подробности убийства. Спасибо за чай. Да, вы действительно хороший адвокат. Отлично уходите от ответа. Хорошо. Один из убитых был Дмитрий Будягин. Это ваш общий знакомый с Кириллом. Да, мы с ним знакомы по Светловидовску. Это мой родной город. И вы с Кириллом познакомились в Светловидовске? Я как понимаю, он помог? Спас от судимости. Ну, это долгая история. Мне было 11 лет, а брату 5, когда погибли наши родители. Я сожалею. Вы попали в детдом? Нет, мы жили с бабушкой 5 лет. Это мама отца. Потом и ее не стало. Ну, Егора в детдом я не отдала. Растила его сама. Вот. Егор подавал большие надежды в спорте. А потом связался с торговцами наркотиками. И один раз он чуть не попался с товаром. Мне пришлось его выгораживать. Из этой истории тогда погиб мой жених, Алёша. Вот это дело и вел Будягин до суда. Тогда и появился Кирилл. В тот момент, когда меня должны были вот-вот осудить, меня неожиданно оправдали. Понятно, что Кирилл помог. Ну и увез меня сюда. Вот уже 10 лет как. Вам очень повезло. Зная эту систему изнутри, вы вытащили счастливый билет. Вместо судимости вышли замуж за обеспеченного человека. Семья, двое детей, прекрасно, дом. Что еще нужно? Да, Кирилл мне реально помог. Брату нет? Ну, почему же? Мы Егора забрали с собой. Кирилл устроил его в спортинтернат. Но, как я ни старалась, у них не сложились отношения. И когда Егору исполнилось 18, он вернулся обратно в Светловидовск. Вот с тех пор мы как-то особо не общаемся. Почему? На сегодняшний день у Егора уже 3 условных судимости. И они были бы настоящими, если бы не Кирилл. Он, как и в моем случае, решал все вопросы. Что-то мы с вами заболтались. Мне к детям пора. Да, пожалуйста. Давайте я вас отвезу. Нет, спасибо, я на своей машине. Ну, хорошо. До встречи. Алена, стой! Стой! Алена! Вы в порядке? Да. А что случилось? Тормоза не сработали. Фу, так, ладно. Как же мне к детям надо? Давайте я вас отвезу. Ну, можно на ты. Давайте на ты. Алена, а записка? То, что была на лобовом стекле. Что это такое? Ты ответишь за всю тварь. Это ваши враги или Кирилла? Я не понимаю. Я думаю, что записка и сломанные тормоза на машине – это звенья одной цепи. Если это к тому, что я должна бояться, то мне уже на это не осталось сил. Будягин. Он разве не стал вашим врагом после истории с судом? Наверное.
Когда вы его последний раз видели? Он несколько раз приезжал. Каждый раз угрожал, шантажировал, мол, задержал Егора, но Кирилл всегда откупался. А в этот раз я с ним встретилась и сказала, что денег он не получит. И? И все. Я понял. Поехали. Угу, благодарю вас. Ну, что тебе сказать, друг мой? Помимо Будягина была убита Кристина Вадимовна Порываева, 23 года, уроженка Светловидовска. Ага. Так. Причина смерти? Черепно-мозговые травмы обоих. Ну и произошло это все в квартире, где она жила. Андрюх, слушай, ну вот если предположить гипотетически, даже теоретически, могли они друг другу травмы нанести? Что? Ну, гений, что? Нет, теоретически мы можем предположить. Так. И даже тебе под это дело найдем свидетеля. Угу. Соседи слышали ссору, мужской голос, женский. Но проблема в том... В чем? Что прямо над телами взяли тепленьким твоего Залесского. Знаешь, он, картина маслом, стоит такой, руки в кровище, настоящий злодей. Тебе смешно, а мне его защищать. И, кстати, как он стоял и где, еще ни о чем не говорит. Угу. Не смешно? Нет. И это не все. Квартиру, в которой жила Порываева, и мы это выяснили, снимал ее он. Кто? Твой подзащитный, Залески. Я к Кристине приходил проведать. Зашел, а она... Они уже лежат, кругом кровь. Я только проверить хотел, присел к ней, чтобы, может, жива еще. А тут эти орлы, руки за голову, наручники, тащат куда-то. Это все? Я бы на тебя посмотрел, когда ты двоих в крови увидишь, мертвых. Вот. То есть в квартиру ты попал и увидел, что Будягин с девушкой лежат без движения? Да. Самое страшное, что Кристина – дочь моего друга-судьи. Прикинь, что я почувствовал. А в квартире ты раньше был? Ну, был, конечно. Я опекал ее по просьбе Вадика Порываева. Да я ей эту квартиру и снял. Девочке красивой столичной жизни хотелось. Ты мне лучше скажи, мне здесь долго загорать? Надеюсь, недолго. Ты за женой моей присмотри, пока я здесь. Лады? Я, если надо, доплачу, сколько скажешь. Достаточно оговоренной суммы. А мог Будягин назло испортить машину и подкинуть записку? Ночью, когда я уезжала на скорой помощи, записки на лобовом стекле не было. И днем ее тоже не было. То есть записка появилась уже после смерти Будягина? Юрий, спасибо вам за все, но мне правда пора. Извините. Thank you.
Скажите, долго еще? Вот ты где. Я тебя нашел. Здрасте. Привет. Слушай, ты что, прописался, что ли? У тебя штамин закончил? Закончил. Ну, как видишь, нет. Жду дополнительных результатов. Исследований по Будягину и порываю. Есть хочешь? Хочу. Да? Спасибо. Оп! В обмен на информацию. Юр, ну детский сад. Да, согласен, детский сад. Я закрываю сундучок. Да подожди. Ну ты. Так давай же, давай. В квартире обнаружили отпечатки не только Залесского, но и его жены, Алены Смирновой. А с чего ты взял, что это именно ее отпечатки? По базе пробили. Она сдавала на биометрию. Отпечатки по всей квартире и на вазе тоже. Угу. То есть это ваза, которую грохнули Бутягина? Так точно. Класс. Лобухин уже в курсе, но если нет, я обязан ему сообщить. И тогда эту Алену ждет как минимум подписка о невыезде. Ну, ты понимаешь, там допрос, все дела. Ну, давай полегче там с допросами. А пальчики чьи-нибудь еще были на вазе? И Кристины, и Бутягина, и Залесского. Такое впечатление, что они этой вазой в гандбол играли. Лида, будет обход, скажите, что у Алёшки ночью опять температура поднялась, но сейчас уже нормально. Да, хорошо. Приятного аппетита. Спасибо. Приколошься. Ты есть нельзя. Дань, твои любимые бургеры я сюда не привезу при всем желании. Так что потерпи. Тут сдохнуть от скуки можно. Все из-за этого. Я бы и дома поболел. Дань. Я не обижаюсь, мам. Тут и правда очень скучно. Но все равно это не повод друг с другом ссориться. Так, ладно, мне надо ехать, у меня дела. Угу. Да какие у тебя дела? Ты только нас возишь, а мы тут. Лид, выйдем. Лида, мне надо уехать на 2-3 дня. Мальчишкам уже лучше, терапию не проводят. Справитесь. Так сильно надо? Да, у меня опять с братом проблема. Еще на днях сообщили, связи с ним нет, в общем, надо ехать. Отпустите. Да, отпущу, справлюсь, но... Я им объясню, они поймут. Нет, не надо, еще хуже будет. Данька еще больше рассердится. Давайте я потом сама скажу. Спасибо. Я тут не лежал, из-за тебя я тут лежу. Это что такое? А ну-ка прекратите оба! Даня! Так, что происходит? Так нельзя, у нас продали всех одни, иначе вас выгонят отсюда. Скорее. Никакие деньги не помогут. Они останутся здесь. И будут нормально себя вести и лечиться. Извините. Посмотрите у меня. Да ну что опять такое? Пока только по телу Будягина. Заключение о девушке я пришлю следователю позже. Есть нюансы. Какие? Все будет в отчете. Угу. Благодарю. Да, заслужил. Ой, спасибо. Слушай, по поводу Будягина. За последние 7 лет он 3 раза пытался закрыть брата Смирновой. Угу. А Залесский помогал. Ну, в смысле, просто откупался. Вот, это я к чему? Да к тому, что Будягин опять приехал из Светловидовска. Видимо, опять будет шантажировать. Угу. Ну, это ты к вопросу о мотивах. Да. Есть еще один интересный момент. Полицию на место вызывали дважды. Первый раз соседка сверху, угу. Ну там шум, скандал, бытовуха. Угу, угу. А второй? Вот. Второй со скрытого номера. Значит, текст, ну, я приблизительно. Значит, совершено убийство.
Убийца, мужчина, еще в квартире. Приезжайте скорее. Такая, да? Прямая наводка на твоего этого Залесского. Звонил мужчина. Как думаешь, случайный свидетель? Нет, думаю, не случайно. Извините, уходим. Уходим. Доброе утро. Здравствуйте. А что с моей машиной? Когда она будет готова? Ну, как только сделают, я ее привезу. Вы собираетесь куда-то уезжать? Да, мне в Светловидовск надо. К брату? Угу. Видимо, на автобусе придется ехать. Ну, сейчас вы домой? Да, мне же надо вещи собрать в дорогу. А, ну, я вас отвезу. Спасибо. Ален, не могу вас не предупредить. Вам светит подписка о невыезде. Точнее, тебе. Мы же перешли на «ты». Почему мне светит подписка? Потому что в квартире, где произошло убийство, нашли твои отпечатки пальцев. Не объяснишь? Ну, да, я там бывала. Я была знакома с Кристиной. Вы общались? Ну, как общались? Скорее, я ее опекала по просьбе мужа. Алена, скажи мне правду. Я же вижу, что ты что-то не договариваешь. Хорошо. Я задам вопрос это позже. А сейчас я не буду говорить следствию, что ты куда-то уехала. Спасибо. Если к брату надо, значит, ну, я даже могу тебе в Светловидск сам отвезти. Ну, было бы неплохо. Еще вопрос. Что ты делала на ночь убийства? Я занималась заболевшими детьми. Бегала в дежурную аптеку. Что потом у младшего поднялась температура до судорог, и нас на скорой увезли в больницу. А Кирилл? Я понятия не имею, где был Кирилл. Он мне сообщает, некогда вернется домой. Он может вообще не вернуться. Для него это норма. Я быстро. Минут 10. Стоять. Алена. Вадим Ильич, приехали? Да, приехал. Дочь хоронить. Кристинку мою. Я соболезную. Не твою соболезную, что дочь вернет. Даже вы не досмотрели. Ты, муженек твой. Вадим Ильич, пожалуйста. Что? Я же на вас надеялся, вы. Она мне звонила. Говорила, что я одинока. С парнем какие-то проблемы. Что за парень? Ну, отвечай. Будякин. Что делал в доме Кристины? Ну, говори. Ну, кто? Она здесь при чем? Уберите руки. Ты вообще не лезь. Иди, говори. Что, защищаешь их? Почему от Кристинки руки не убрали? Где Кирилл? Прячется от меня? Никто не спрячется. Никто. У него большое горе. Не стоит воспринимать его слова как угрозу. Это все сказано на эмоциях. Этот человек никогда не говорит впустую. Не думаю, что он подложил записку и испортил машину. И он ведь даже не знает, что Кирилл задержан. Господи, как это все ужасно. Выпью воды. Алена, кто и за что тебе мстит? Да я не знаю. У меня уже голова от этого всего пухнет. Я понял, хорошо. Тогда собирайся, я пойду к Кириллу по нашим делам. Вечером поедем в Светловидовск. Юрий, а когда мы приедем, ты же поможешь Егору?
Помогу. Алена Викторовна, это Юля. Я вам там отправила на почту. Пришли фотографии, уже новые. Ну, вы же не заплатили им денег. Алена Викторовна, гляньте, пожалуйста. Ситуацию надо как-то решать. Вам надо, понимаете? Потому что такие ждать не будут. Офис господина Залесского? Да, здравствуйте. Но директора сейчас нет. А вы, простите, кто? Плановая проверка. Бухгалтерии и отчетности. Ну, к сожалению, в данный момент это невозможно. Я же сказала, что директор в отъезде. Бухгалтерия тоже в отъезде? Юрий! Вот. Сначала прислали эти фотографии, а сейчас эти. Они снова требуют денег. Первый раз я не стала платить. А теперь не знаю, что делать. Может, согласиться? Ни в коем случае. Перешлите мне фотографии на телефон. Я разберусь. Угу. Я сначала думала, что кто-то случайно сфотографировал. Нет, фотограф не случайный. Он причастен. Ну, раз отслеживает вас. Алена. Вы и так не волнуйтесь. Идите домой, отдохните. Угу. Выспитесь перед поездкой. Да, что-то меня знобит. А мы снова на «вы»? Нет, на «ты». Забыл. Юр, спасибо тебе за помощь. Правда, хоть один приятный момент во всем этом кошмаре. Рад быть для тебя приятным моментом. Спасибо. Пока я не совсем понимаю, что нам даст этот случайный свидетель, даже если удастся его найти. То, что он пропал сразу после звонка, говорит о том, что он хотел подставить Залесского. Ему это удалось. Я понимаю, что ваша задача защитить Залесского, а наша не особо вам в этом мешать. Я понимаю. Вот, наконец-то пришло заключение патологоанатома. При вскрытии вскрылся... Простите меня, это печальный каламбур. Вскрылся один нюанс. Кристина Порваева была беременна. Срок 7 недель. Надеюсь, все понимают, что это меняет. Расширяет круг подозреваемых. Появился мотив. И кто же вероятный отец, как вы думаете? Залесский, Будягин, кто-то еще. Вот нам пища для размышлений. Кто же обдюхатил Кристину? Дверь закройте. Это отец Кристины. Я могу вам чем-то помочь? Сереж, привет. А ты случайно не знаешь, где сейчас Егор? Будягин сказал, что... Значит, правда задержали. Уже в изоляторе? Понятно. Ладно, я завтра приеду. Теперь бы понять, с кем этот вопрос решать. Раз с Будягиным такое. А, ну, хорошо, давай. Увидимся. Здравствуйте, Василий Семенович. Мне показалось. Вы обращайтесь, если что. Спасибо.
богу, что дети этого не увидели. Кирилл, у меня к тебе два вопроса. Знала ли ты о беременности Кристины и твой ли это ребенок? А что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Я все понял. Что ты понял? Ты мне сейчас морали будешь читать или вытаскивать отсюда? Вытащу. Алена знала, что ты гулял? У тебя столько вопросов, все не по делу. Все по делу. Ты хочешь сказать, что это Алена Кристину завалила из ревности? Заодно и Будягину досталось? Отличная версия. Мало смешного, Кирилл. Моя девочка умная и тихая. А насчет измен, не знаю, может быть, она о чем-то и догадывалась, но лишних вопросов она задавать не приучена. Потому что помнит, из какой грязи я ее вытащил. И чем она мне обязана. Здрасте. Здравствуйте. А где я могу найти консьержа? Я консьерж. Здрасте. Меня зовут Калачев Юрий Андреевич. Я адвокат. Могу ли я изъять записи с камеры видеонаблюдения в ночь 17 на 18 число? А, это когда двоих убили? Совершенно верно. Ну, так их уже изъяли. Парень из ваших. Одну секундочку. Андрюха, привет. Слушай, ты изымал записи с видеокамер во дворе Порываевой? Нет, не изымали. Точно нет? Да точно. Понятно. По-моему, это наш свидетель. Тире-преступник. Угу. Давай. Значит, я записи не тому отдала. А вы запомнили, как он выглядит? Ну, парень лет 30. Кепка у него. Угу. А лица не запомнила. Нервничала. А, шрам у него над правой бровью. Так. Хорошо. А вы можете что-то сказать по поводу убитых? Ну, что люди говорят, то и могу сказать. Ну, шалава тут какая-то была с любовником, а может быть, с клиентом. Ну вот, Егор, опять мне приходится ехать тебя вытаскивать. Только на этот раз, братик, твоими делами буду заниматься я, а не Кирилл. Ничего, я справлюсь. Мужчина! Что вы там делаете? Что вы там потеряли? Здрасте. Мне нужно забрать машину клиента. Здрасте. Я адвокат. По удостоверению. А, это которого задержали на днях? Все верно. Может быть, вы что-то видели? Может быть, видели, как он заходит в дом? Видела. Он сначала зашел, потом вышел, потом опять зашел. Уверены? Да. А потом его уже под руки выводили. В квартире сильно шумели, соседи полицию вызвали. Угу. А чья это машина, где вот видеорегистратор работает? Мужа моего. Он эту штуку выключать не разрешает. Угу. Все боится, что хулиганы его железку подпортят. Меня б так любил, как машину эту, зараза. Не позовете мужа? Не позову. Да в отъезде он. Через 3 дня будет. Угу. Просто мне бы посмотреть эти записи с видеорегистратора. Я вам тогда оставлю визиточку. Да? Вы позвоните, можно ли взять запись? И еще. Вот, посмотрите, вы эту девушку здесь видели?
Алло? Ален, не переживайте, все хорошо. Нет, пока друг друга не поубивали. Куда? А, я прогуляться. Отбой. В инфекционном отделении хождения запрещены. А, я все равно пойду. Я быстро. Ругать-то будут меня. С тобой пойду, одного не пущу. Ну вот и молодец. Тапки сними. Пожалуйста. Интересно, кто нас сделал с видеозаписью? Вася. Да и еще этот телефонный звонок. Вообще мутная история какая-то. Андрюх, это как раз все понятно. Цель этого парня со шрамом была поставить Залесского. Поэтому были звонки, поэтому исчезли записи видеонаблюдений. Все это понятно. Давай тебе перезвоню потом. Давай. В порядке? Да, что-то неважно себя чувствую. От мальчишек, наверное, подхватило. А что за пакет у вас там во дворе? Посмотрел? Да, профессия такая. Всюду совать свой нос. Отбросили. Да все одно к одному. Еще какая-то странная проверка была на фирме. Там всю бухгалтерию перевернули. Грозятся закрытием. Угу. Думаете, проверка была на заказ? Уверена. Это же еще подгадали время, когда Кирилла нет. Я готова. Вы точно в порядке? У меня просто температура поднялась, но я уже выпила аспирин. Нет, нет же поездку. Давайте. Поехали. Двое суток без нормального сна. Сейчас выспишься. Угу. В офисе выспишься. Посиди одну секундочку. Андрюх, привет. Слушай, пожалуйста, пробей для меня номера на машинке. Ну да. Хвост. Да, по-моему, это парень наш. Со шрамом. Ну да. Давай, жду. Оба письма пришли с одного адреса. Ну, не хватало, чтобы нас еще разные люди шантажировали. Не знаете, Алена деньги перечислила? Нет, и не будет. Глупости. Пожалуйста, кофе сделайте. Ну, значит, завтра все узнают про Кирилла. И у нас будут дежурить журналисты. Кому надо, и так знают. А журналисты и так следят за Аленой Викторовной. С чего вы взяли? Видел, как и дом Залесских за нами следила машина. Надо же. У мужа проблемы. Фирма в опасности, а она спит. Тут вообще человеку все равно. Не любите жену босса? Да, она мне никогда не нравилась. Рыба отмороженная. И что только Кирилл не нашел. С виду овечка невинная. В чужую семью влезть не постеснялась. Даньку матери решила. Да-да. У Кирилла жена была, сын рос, пока эта рыба не влезла. Я вас услышал. Угу. Выспался? Я все слышала. Ну, если слышал, значит, забудь. Да уж. А у нее действительно талант мужикам голову дурить.
А вы бы лучше занялись проблемами Кирилла, а? Он ведь вас для этого нанял. А я и так занимаюсь проблемами Кирилла, если вы этого еще не поняли. Поняла. Что, не узнаешь? Узнаю. Ну, привет. Хорошо выглядишь. Это Гриша, мой новый муж. Эх, сколько же мы не виделись. Я что-то до бывшего не могу дозвониться. Не знаешь, где он? Кирилл задержан. За что? По подозрению в убийстве. Ужас. Ужас, как это не вовремя, он так нужен. Стася, а ты зачем приехала? Насчет Дани вопрос решать. Давно пора. И я теперь не одна. За Лески так легко теперь об меня ноги не вытрет. Да уж. Действительно, не вовремя ты приехала. Алло. Я тебе сейчас кину информацию. Нужно пробить по IP-адресу никаких недоумков, шантажистов. Сможешь делать это быстро? Мне надо быстро. Все, ладно, все. Давай, разбирайся. На вторую линию, давай. Да, Андрюха, слушаю. Пробил я эту машинку. Зарегистрирована она на дедушку в какой-то глуши. Ну, короче, ясно, что адрес липовый. Катают или по доверенности, или угнали. Но, правда, в розыск ее никто еще не подавал. Кто бы сомневался? А чего ты не спишь? Работаю, Андрюх. Все, давай, не могу. Пока. Разбудил? Ну, нет, я вроде выспалась. Температуры, кажется, нет. Ты как? Хочешь подменю? Не, не надо. Все в порядке. Ну, что, что, все здоровы? Почему ты не сказала, что Даня не твой ребенок? Я думала, ты в курсе. Я Кирилла знаю 5 лет. Думаю, что у вас общие дети. Когда Лешке был годик, Кирилл привел Даню, ему было 4 тогда. Сказал, это сын мой, теперь и твой. Будет жить с нами. Я знала, что у Кирилла была до меня гражданская жена, Стася. Модель, мисс чего-то там. Ну и о том, что ребенок был, тоже знала. И Кирилл не любил, когда я задавала лишние вопросы. А ты и не задавала. Ну, да, узнавала что-то то там, то там, по слухам. Узнала, что он решил ее наказать за что-то. Отобрал у нее сына через суд и о том, что она лечилась от наркозависимости. Что с ней было потом? Ну, куда-то исчезла? Ну, я с ней никогда не пересекалась. Единственное, 5 лет назад, тогда Данька как раз в 1 класс пошел, мне показалось, что она объявилась, потому что ребенок ни с того ни с сего начал задавать вопросы, родная я ему мать или нет. Ну, а потом как-то само собой все стихло. Кирилл, ты вообще никак не объяснила? Он сказал, что она удачно вышла замуж где-то за границей, и все. Ну, вот видите. Говорить, врагов нет. Мать, у которой отняли сына, самый страшный враг. Для вас или Кирилла? Возможно. Наверное, я не была лучшей мачехой. Но мне действительно было непросто. С самого начала с 2 маленькими мальчишками. Кирилл злился все время, говорил, что я неумеха. О, наш кофе. Можно нам кофеечка? Добрый вечер. Добрый. Пожалуйста. Ну что, кофе и в путь? Юрий, я не хочу вам врать.
Да вы, наверное, и сами уже поняли. Я никогда не любила Кирилла. Так уж получилось, что он меня увез. Мы 2 месяца жили с братом в квартире, которую он для нас снял. И я все ждала, когда он разрешит эту ситуацию с Егором. А он просто взял и оформил его в интернат. Егор, конечно, был против, но что я могла сделать? А однажды он пришел ко мне и уже не ушел. И через некоторое время я поняла, что он беременна. Вы поженились, когда вашему ребенку было 1,5 года. Да, вы не смотрите на меня так. Я по числам сопоставил. Ну, хорошо, что женился, а не забрал у меня ребенка. Алена, вы хорошо себя чувствуете? У вас нет температуры? Мы снова на «вы», да? Я знала о всех его изменах. И бесчисленных любовницах я тоже все знала. И про Кристину? Про то, что она была в положении? Да. Об этом я тоже знала. И молчала. Ради сына, ради сыновей. Мальчишкам нужна была семья. И мы с Кириллом, точнее, я одна, делала вид, что у нас нормальная семья. У Кристины мог быть ребенок не от Кирилла. К примеру, от Будягина. Теперь это уже не имеет никакого значения. Давай закроем эту тему. Неприятно. Давай. Слушай, ты сейчас заснешь. Ну, чем мне тебе помочь? Давай расскажу еще что-нибудь или спою. Я, конечно, не очень это делаю. Нет, не надо. Петь. Хочешь, я тебе что-нибудь расскажу? Ну, например, о своем неудачном браке. Интересно? Угу. Хотела спросить, но как неудобно. Ну, слушай, это очень хорошая история. Звали ее Марина. Я ее очень любил. Так сильно, что даже не обращал внимания на ее болезнь. В общем, это называется биполярное расстройство. Мне это ни о чем не говорит. Слава богу. В общем, первый звоночек был на свадьбе, когда она, мягко говоря, себя не очень адекватно вела. Ну, представляешь, бегала за мной с ножом. Вот так вот. Первая брачная ночь. Вызываем скорую. Ее увозят, а я доказываю полиции, что не имею претензий к любимой. Так не бывает. Бывает еще как бывает. Она перестала перед свадьбой пить какие-то таблетки, ну, чтобы быть адекватной. А получилось еще хуже. Вы потом развелись? Нет. Она опять начала пить свои препараты и все было нормально. 5 лет. Детей, правда, не было. А потом она... Колесо спускает. Дед поймали гвоздь. И что нам теперь делать? Сейчас доедем до ближайшего отеля. Там переночуем, а утром я залатаю колесо. Ну, приедем чуть позже, чем планировали.
Вот, а я думал, что в этой дыре нормальных номеров нет. Ну, все не так уж и плохо. Так, ну ничего, на несколько часов сна хватит. Я тогда на кресле лягу. А вы? А вы не расскажете, что с вашей женой? Скажу. Ее больше нет. Выпила пачку снотворного. С этим живу. Я уже выпила аспирин, мне лучше. Спокойной ночи. Юра, вы можете показать ее фотографию, если можно? Меня очень тронуло, как вы о ней говорили. Да, могу. Да. Красивая. А я даже не знаю, любила ли я когда-нибудь. Сначала Алёшка, жених мой. Я же понять не успела, как все это случилось. Единственное, помню, он называл меня не Алёна, а Алёшка. Шутливо так. Алёшкина Алёшка. Алёшка. Ну и с Кириллом. Тогда вы? Мы на вы или все-таки на ты? Мы на ты. Ты? Ты. Юра, ты поможешь мне получить доступ к архивному делу о гибели моего жениха? Зачем тебе это нужно? Хочется понять, кто тогда за этим всем стоял. Понятно, что это ничего не изменит, но... Хорошо. Я попробую тебе помочь. Ты уверен, что тебе удобно в кресле? Странная такая ситуация, да? Со стороны можно подумать, что мы... Ну, то есть, что мы с вами... Мы с тобой... Так, Алена Викторовна, если бы ты не была женой моего друга... А ты адвокатом моего мужа, да? Да. Так мы с тобой точно не уснем. Я в машину спать. Парень в бейсболке, лица не видно. Так, время. Время совпадает со вторым звонком в полицию.
время совпадает. Так, что у нас было раньше. Лида, у вас точно все хорошо? Ну ладно. Я мальчишкам попозже наберу. А в номере было бы все-таки лучше. Что, я неважно выгляжу? Нет. Ты так смотришь. Может, хочешь что-то спросить? Нет, иди завтра, я колесом займусь. Да я к Залесским. Алексей Залесский, Данил Залесский. Они тут в инфекционном лежат, я проведать хочу. В инфекционное посетителям нельзя. Да ну как нельзя? Можно. Они в платной палате. Там нянька с ними. Что, ей можно, а мне нет? А вы кто? Я... тетя. У меня фамилия, по-моему, другая, но я родственница. Ну, проходите, тетя. Второй этаж, только халат и маску не забудьте. Жены любовниц Залесский меняют, как перчатки, а вот домработница у него все та же. Стась. Да, я не призрак. Жива и здорова. Как ни пытался Кирилл за меня сделать наркоманку, вылечилась. Мальчики на процедурах. Хорошо. Ты чего пришла? Хочешь Даню забрать? Не забрать, а вернуть своего сына. И сейчас настал подходящий момент. Это почему же? Лид, не задавай вопросы. У меня у самой на них нет ответов. Одни вопросы. Мы приехали, и все пошло не так. Ну, это кто? Не твое дело. Воды дай, в горле пересохло. Возьми. Ну, здравствуй, сынок. Ничего не изменилось за 10 лет. А там наши основные достопримечательности могу потом показать. А ты можешь меня потом отвезти к отделению? Ну и по поводу моего брата сходишь со мной? Отлично. Да-да, Егор Смирнов. Действительно, был. Задержан этим делом, кажется, Будягин занимался. Объясните, пожалуйста, почему задержан мой брат? И вы же, как начальник Будягина, должны знать ответ. Знаете что? Давайте выйдем немножечко с вами. Не-не-не, Смирнов, вы тут, вы останетесь пока. Да что происходит? Насчет Егора Смирнова, тут такое дело. Какое? Ну, вы же адвокат, вы понимаете, что в изоляторе случается всякое. Ну, контингент разный. А Смирнов, ну, словом, он рецидивист. Сереж. Привет, ну, вот я приехала, как обещала. Ты мне хоть расскажи, что у вас тут происходит. Ты пойми, Аленка. Ну, сокамерники это сделали по приказу. Вмиг никто ничего не понял. А почему, так они не скажут никогда. Кто сделал? Что сделал? Сереж, можешь нормально сказать? Где мой брат? Ты не знаешь.
рака в камере. Официально сердцем. Приступ типа. Как моя однокашница, как и Леха был. Ну и все это на моих глазах тогда, когда ее вместо брата с товаром взяли. А Леха разбираться пошел. А правда, что Будяги несколько раз задерживал Егора, а потом требовал деньги с Аленой? Правда. Развлекался так. И зарабатывал. Я из-за этого с ним не рассорился. Гниль человек. А ключей-то у меня нет. Я мент. Обхожу путем взлома. Ну, хозяин квартиры-то мертв. А ты как представитель закона имеешь право войти в квартиру любым доступным способом. Так что, прошу. Квартирка-то не опечатана. Так и нам вчера только позвонили насчет Будягина. Ну вот я и пришел пломбировать. О, ключик нашелся. Ну да. Я тут у него впервые. Да, Будягин, оказывается, был на всю голову больной. Одержимость. Переклинился. Я-то думаю, чё он никак не женится? Серёг. А Будягин мог быть причастен к гибели Алёниного жениха? Они тогда с Алёшкой поехали на разборку. Будягин уцелел. Может, не сунулся. Самое нельзя. Алёшке 8 ножевых прилетело. Так, Даня, обсудили ведь. Сейчас тебе его отсюда не забрать. А я и сама не хочу в этот заразник. Тогда чего? Если хочешь вернуть сына, дождись Алену. Может, она подумает и отдаст. Отдаст? Как будто мой Даня чемодан. А мне не только он нужен. Я, может быть, хочу сына растить в условиях, к которым он привык. Деньги нужны. Понятно. Только Кирилл Юрьевич... В тюрьме. Там ему и место. Когда Алена из своего Задрюпинска вернется? Горе у нее там. Брат хоронить придется.
Так что не зайдешь даже проведать? Он же теперь ждет, что придешь или позвонишь хотя бы. Не надо, а? Я ему пишу. Ну что, где деньги? Деньги, деньги. Куда-то мне только деньги нужны. Вообще-то я тебя с острова вытащил. Ты за туристом соки отжимала. Я ничего от жизни не хотела. Гриш, не обижайся, но я думала, все как-то попроще тут будет. Думала, приедем. Я позвоню Залесскому. Ага. Я тоже думал, что все будет попроще. Ну, можешь радоваться. Будешь ему считать, что отомстила. Гриш, ты мне так не рассказала, что в той квартире было. Тебе достаточно знать того, что Залесского взяла полиция, все. Чего ты еще от меня хочешь? Что я должна сделать? Я хочу, чтобы ты вытрясла с его жены все свои деньги. И мы с тобой уехали отдыхать надолго. Да, моя хорошая? А Даня? Ты серьезно хочешь повесить нам на шею 12-летнего пацана? Он все эти годы не был тебе нужен. Что изменилось? Ничего. Да? Идем. Идем. У нас есть еще выпить. Будет тебе, Алена. Это тебе. От Егора. Месяц назад сказал, если что случится, передайте сестре. Как чувствовал. Сейчас. Это что ж, если сестра такая, что он не мог мне сам отправить. Не хотел. Алена. Алена. Алена, не надо, Алена. Алена. Это вы убили моего брата. Вы же даже шанса ему не дали нормально жить, спортом заниматься, работать. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Один раз человек оступился, так что все, у него одна дорога на горбатку и в землю. Из-за таких, как вы, здесь все прогнило. Скажите мне, ваша честь, в чем виноват мой брат? Это он убил вашу Кристину? Скажите мне в лицо. Ты думаешь, что говоришь? Человек только что дочь похоронил. Вы же здесь все заодно! Это ты у своего мужа спроси, почему твой брат увяз. Пошла вон отсюда. Иди сюда. Тихо, тихо. Успокоились, эл. Все, забыли, где находитесь? Имейте уважение. Нужно поскорее уезжать из города. От беды. От беды. Увести тебя в целости и сохранности. Нашла с кем связаться. Я и так знаю, кто причастен к гибели Алёши. Кирилл. Не напрямую, конечно. Кирилл? Что значит не напрямую? Кирилл фармацевт. И у него всегда здесь были дела. Я догадывалась, но закрывала на это глаза. И Будягин знал. Сболтнул меня со зла. Пищу. Я не понимаю. Кирилл – поставщик запрещенных препаратов. Теперь все сходится. И все эти его частые отъезды и проверки, которыми замучили фирму. Он связан с людьми, которые тогда убили Алешу, с которыми связался Егор. Угу. Ну, мало ли что, сболтнул Будягин. Он правду сказал. А сам молчал, потому что был связан с этой мерзостью. Хорошо, давай потом поговорим. Ты сейчас не в себе. Ты же не откажешься помогать Кириллу после того, что я сказал? Я не откажусь. В любом случае, я веду дело Кирилла. Нынешнее дело Кирилла. Ты сама недавно узнала. Я вообще не понимаю. Кирилл, он же... Не знаю, как жить мне теперь. Он... Вон,
Не бросайте, пожалуйста, Алену. Душа за нее болит. Я ее не брошу, Анна Ивановна. Насчет письма. Я уже прочитала его, не удержалась. Там он предупреждает сестру. О чем? Об этом деле. О том, что муж ее связан с делами этими нехорошими. Чтобы она бежала, чтобы бросала его и не терпела из благодарности. Анна Ивановна, у меня вопрос. Почему Егор избегал общения с сестрой? Ну, ему стыдно было, что он позорит ее. Он хотел перед Аленой явиться человеком, а ведь увяз по самую макушку. А вот насчет мужа ее, я думаю, что он только недавно понял, что тут за фрукт. Стой. Мне в гостиницу надо. Тебя уже ждут. Кто? Вон люди, видишь? У меня там вещи, документы. Сделано так. Ты ждешь меня в машине. Я иду в отель. Собираю твои вещи и документы. Договорились? Уже жалеешь, что со мной связался? Я сама себе как кость в горле. У меня там зеркальце складное. Мне его Егор подарил. Я без него не поеду. Ключ сдадите? Да, конечно. Спасибо. Держите. Спасибо. Как пройти через черный ход? Через второй этаж и вниз по лестнице. Я не хочу от них бегать. Я хочу, чтобы они сказали, это они убили Егора. Это очень опасные люди. Но я их не боюсь. Пусть скажут, кто им приказал. Они тебе скажут, что у Егора был сердечный приступ, и все. Нам все равно от них не убежать. Мы хотя бы попробуем. Лучше сделать тяжелее, чем наоборот. Давай руку. Срочно. Давай. Садись, я попробую от них оторваться. Все-таки я у тебя умный. И красивый. Ты лучше. Записи у консьержки очень удачно забрали. Раз жена твоего бывшего не хочет покупать фотки, мы эти кадры предложим купить. А лучше адвоката отправим, который сейчас на ней-то катается. Гриш. Дай еще таблеточку. Нельзя. Еще сорвешься. На, персик. Ешь. Ты нам чистая нужна. А если мне хорошо? Понять бы, почему жена Зелеского с динамина, с динамита. Пришло видео на телефон. Видимо, тебе тоже. Давай, покажи, ты потом я.
Жаль. Я вот думал, когда же ты мне скажешь, что ты тут тоже была в квартире Кристины? Я не собиралась это скрывать. Просто... Ну, я не знала, как тебе об этом рассказать. Ну, так сейчас. Ты знаешь, как рассказать? Расскажи мне сейчас. Тебя позвал Будягин? Да, он сказал, что мы там обо всем наговоримся, а потом получилось. Обсудим, да? Как твой муж пользует тебя. И не только тебя. А ты знаешь, что девочка залетела? Ну и что делать будем? А? Пусть Кристиночка рожает ребеночка дяде Кириллу. Или ты ей денег дашь, чтобы она избавилась. И папочке своему судье ничего не сказал. Че несешь? С Кириллом сами разберемся. Не трогай меня. Не трогай меня! Я выбежала, но они оба были живы. Дальше. Ты позвонил Кириллу? Нет. Я посчитала, что это не телефонный разговор, а юной беременной любовницы. То есть он там оказался сам по себе? Ну, а потом дети, скорая, больница и... А как ты думаешь, что могло произойти там после твоего ухода? Я не знаю. Если ты не веришь мне, когда вернемся, я пойду в полицию и дам показания. Я знаю, что он был там дважды. Он еще какой-то человек. Это они? У тебя кладбище и возле гостиницы. Они что, за нами? Может, ты ошибся у гостиницы? Очень на это надеюсь. Ну, может, они тоже идут в город именно этой трассой. Ладно, я отойду и поедем. Ты знаешь, она Юле сказала, что ее машину кто-то испортил. Скажи честно, это ты сделал? Хотел ей нервы немножко потрепать, чтоб сговорчивее была. Она точно полной дурой оказалась. Гриш. А мы точно не зря все это, а? Не зря. Я эти деньги получу. Надо будет, пацана из больницы заберу. Или даже обоих. Я все сделаю. Как скажешь. Где Юрий? И этот ваш. У вас ко мне вопросы или к нему? Слушай, Витёк. Где Толян? Что-то ему опять наимётся. Что вы делаете? Стоп, стой. Алёна, не время показывать характер. У тебя же претензии лично ко мне? А если есть, ответишь, а? Знаю я таких, как ты. Много болтовни, мало дела. Мало дела? Юра! Что? Спокойно. Все вроде в порядке. Твое зеркальце спасло меня. Разбилось. К беде, которая уже случилась. Надо же опять в этом номере. Только теперь я без рубашки. Не время показывать характер. Это ты намекал на то, что я безвольная обычно? Нет. Уехала жить с Кириллом. Жила в унизительной роли. Не настояла по поводу Егорки и ничего не делала, когда надо что-то делать. Стой. Я имел в виду, что ты... У тебя сыновья, а ты рискуешь собой. Из-за тебя испугалась, дурак. Если еще и с тобой что-нибудь случится из-за меня. Мне нравится, когда ты злишься, Алешка.
Как ты меня назвал? Алёшка. Назови меня так еще раз. Алёшка. Лучше сделать тяжелее, чем не сделать. Теперь я буду учиться делать то, что я хочу. И... Так. Нечестно получается. Я полуголый, ты одета. Так, стой, подожди, Саша, стой, подожди. Это мне надо учиться не делать того, что очень хочется. Я в машину спать. Подожди. Ты ранен, в машину пойду я. Мы будем спорить? Еще как будем. Если мы сейчас с тобой отсюда не уедем, вообще не уедем. До свидания. Всего доброго. Приезжайте к нам еще. Здравствуйте. Здравствуйте, вы к нам? Номер хотите снять? Мне нужно проверить ваши камеры наблюдения. Работают? Проходите. Ален, я сейчас в отделение, потом в изолятор. К нему? Да, к нему. К нему еще есть какие-то дела. Насчет того, что Егор писал в письме про Кирилла. Давай не будем об этом. Не сейчас. Я пойду к детям. Хорошо. Она с ним спит. Или собирается. По бабе это видно. Что, у нее на лбу написано? Светится все. Ну, значит, легче будет ее шугнуть. Тогда платить не будет. Чего он остановился, таращится? Гриш, может, зря мы все это, а? Зря. Солнышко разрисуешь. Угу. Мальчишки, ну как вы тут? Привет. Привет. Где папа? Почему ты приехала с каким-то мужиком? Я видел в окно. Это наш адвокат. Он занимается делами. Ты врешь. Папа арестован. Ты в интернете прочитал? Врачи знают? Я скажу, Дань, ты не сядь. А я сам скажу. Здесь была моя мама. Стася? Да. И скоро я уеду с ней. Нет, сынок, я вас никому не отдам. Николай Леонидович. Здрасте. Рад вас видеть. Ну что, прошли сегодняшнюю норму? Нет, до нормы еще 2000 шагов. Давайте я с вами пройдусь.
Судя по твоему внешнему виду, дела пошли не очень. Ну, как-то так. Ну, я всегда вас учил, что прямота – друг человека. Может быть, прямота и друг человека, но явный враг адвоката и его подзащитного. Вы мне, наверное, не вот поставили. Понятно. Спутал личное с работой. Что за дело? Дело такое. Потерял я голову от жены своего подзащитного, своего приятеля. К тому же она может быть еще и подозреваемая. Что вы мне посоветуете, даже не знаю. Тут советовать нечего. Ты сам должен выбрать. Это несовместимо. Отказаться от дела? Перестать видеть ее? Как ее зовут? Ее зовут Алена. Да. От дела отказываться не стоит. Но ты не должен забывать, что это чужая жена, понимаешь? Чужая. Что я твой бывший на что-то подсадил, как тебя когда-то. Я не хочу об этом. Я вылечилась давно. Да ладно ты. Расслабься. Пойду потрещу с этой курицей. Зря ж мы приехали, да? Девушка, вам плохо? И плохо, и хорошо, если такое бывает. У вас тут лежит кто-то, да? Дети? Болеют? Да ничего серьезного. Скоро выпишут у них. Тихий час, так я вышла подышать на воздух. Это я тебе видео отправил. Ну, так что потрогай. Договоримся? Заплатишь или мне ментам скинуть? Оно, наверное, им больше понравится, чем фотки. Так фото, значит, тоже вы. И моя машина. Я ничего вам не буду платить. Да ладно, я тебе могу скидку сделать. Я же потом по-другому попрошу. Ну смотри, получили токсикологию, и тут окончательное заключение экспертов по Парваевой. Ага. Очень хорошо. А, то есть получается, что девушка погибла по трагической случайности? От удара при падении, у нее начался отек мозга. Кома и смерть, ну так-то. Это как была ситуация с одной артисткой. Она каталась на лыжах, упала вроде не сильно, а потом через пару часов никто ничего не успел сделать, у нее отек мозга и все. Ладно, выйди. Забери! Так, значит, вот что получается. Статья меняется? Меняется. На непреднамеренное с нанесением тяжких телесных повреждений, так? Ну да. Но с Будягиным сложнее. Его упорно добивали. Вопрос в том, кто. Кто? И это явно не Кристина. Вот кто нам нужен. Вот кого нужно искать. Алло. Да. А что случилось? Все в порядке?
в порядке? Да, нормально. Сможешь его описать? Да, обычный парень, лет 30. Посмотри. Он? Да, это он. Что мне делать? Для начала не бояться. В больницу он вряд ли сунется, потому что там охрана. Я его тут сегодня видел машину. Оперативник уже скинул информацию, но он был не один, он был с кем-то. Я не понял, девушка или парень. Может, это Стася, мама Дани? Она, оказывается, была в больнице, пока меня не было. Она хочет забрать ребенка? Ну, ребенка хочет и денег побольше. И ни того, ни другого не получит. Ладно. Спасибо за информацию, мне нужно идти. Угу. Иди. Ну все, иду. До завтра. Хорошо, давай еще раз проговорим показания. Ты был в квартире дважды. Зачем? Первый раз я пришел, увидел два тела. Хотел вызвать полицию, эту скорую. Понял, что забыл мобильный в машине. Спустился за ним, вернулся. Нормально? Нормально. Хорошо. Ты знаешь, что в квартире Кристины была Алена? Знаю. Лабухин рассказал. И что на вазе нашли ее отпечатки. Я очень надеюсь, что это не она. Хотя в тихом омуте иногда, конечно, такие черти водятся, что... А ты чего? Странный такой, из поездки вернулся. С рулем все время. Подустал. Ты подустал? Это я здесь подустал? Когда это все уже закончится? Поспокойней, Кирилл. Подыхай. Все, что причитается Лабухину, я передал. Скоро дело уйдет в суд, а там... С большой долей вероятности тебя освободят из зала суда. Я очень на это надеюсь. Стася. Что Стася? Мать Дани. Я знаю, ну... Что ты сейчас о ней знаешь? Что я ей перечисляю каждые полгода, причем очень нехило перечисляю, чтобы она сидела на своих морях, островах и не совалась нам в жизнь. Эта курица что, притащилась опять? Привет. Никто вас не видел? Нет. Теперь все вместе уйдем, как и договаривались. Да, уйдем. Сфоткай нас. Что ты замерла с фоткой? Стой ровно. А теперь давай к ней и подробно объясни, почему он должен заплатить. Замер. Лёш, мальчики, вы где? Извините, вы не знаете, где мои сыновья? Их увезли куда-то, им хуже стало. Не узнаешь? Стася. Где они? Не кричи. Идем со мной, если хочешь вернуть своего сына. Где мои мальчики? Вы что, с ума сошли? Идем. И кошелек прихвати, пригодится. Иди, я тут подожду. Почему? Потому что там камера. Начнешь делать глупости, я тут же Грише позвоню. Сына не увидишь, поняла? Сыновей. Даня, он... Ты что, всерьез решила его забрать? А ты подумала, где он будет жить, как он будет питаться, одеваться, в какую школу он пойдет? Ты об этом, обо всем подумала? Не умничай, а? Ты думаешь, ты чем-то лучше меня? Да залезки легко об тебя ноги вытрет и выбросит, как меня, поняла? Забирать у него ребенка – это глупость. Он всего тебя лишит. Он меня уже всего лишил. Иди.
За мной следят. Слышите? И эти люди не должны видеть, что я обращаюсь за помощью. Это вы мне? Вам. Пожалуйста, наберите номер телефона с мобильного. Незаметно. И включите громкую связь. Я вам сейчас продиктую номер. Говорите. Оставьте сообщение после сигнала. Это я, Алена. Я звоню с чужого номера. Мой телефон у людей, которые забрали моих детей. Я сейчас передаю им деньги. По-другому нельзя. Мы в больнице. Если можешь, помоги. Алло, полиция? Тут женщине, кажется, помощь нужна. Я звоню с чужого номера. Мой телефон у людей, которые забрали моих детей. Андрюха, есть работа? Звать на помощь некого. Домой все ушли. Вы с ума сошли? Не только после болезни. Стоять! Деньги давай, потом пацанов. Здесь явно не вся сумма. Банкомат всю сумму не выдает, там лимит. Я потом все отдам. Значит, я пацанов тоже потом отдам, когда все деньги будут. Понял? Руки убрал! Я не пойду ни с тобой, ни с ней! Отпусти! Гриша, это ребенок! Гаденыш, это с менты валим! У тебя кровь. Ничего. Главное, вы рядом. Я никому тебя не отдам, слышишь? Никому. Где мальчики? Все в порядке, они уже в палате с врачом. Стой. У тебя ссадина, пойдем к врачу. Пойдем. Это царапина, все нормально. С кем он был? Со Стасей. Ей удалось сбежать. Ей не нужны дети, ей нужны деньги. Я поехал в отделение. Поговоришь с этим. До свидания. Давай. Пойдем. Я очень испугался за тебя. Слышишь? Я очень испугался. Ева, пожалуйста. Все это неправильно, то, что между нами. Все это выглядит перед детьми, перед Кириллом. Послушай, ну... послушай меня, послушай. Ты мне очень нужна, очень. Очень. А Кириллу я все скажу. Как только он выйдет из тюрьмы, я все скажу. Это впервые в моей практике. Я не могу. Я не хочу помогать своему подзащитному. Я не хочу. Я могу его вытащить, а могу его засадить за двойное убийство. А вот как раз этого, Юра, ты и не сделаешь. О, это Залецкий, еще тот моральный урод. Там такое вскрылось, Николай Леонидович, что... А чувствую моральным уродом себя я. Потому что влюбился в замужнюю женщину. Так вот, Верочка, в моей практике был похожий случай. Одно из первых дел. Я до смерти влюбился в жену подзащитного. И что? Что, ну, подзащитному я помог, а потом увел у него жену. Зовут ее Зинаида. И живем мы с ней душа в душу уже 40 лет. Дождь кончился. Встать, суд идет. Прошу садиться. Ваша честь, прошу принять во внимание показания соседей, слышавших крики ссоры и звуки падающих предметов задолго до появления в квартире моего подзащитного. Можно предположить, что Будягин и Порываева поссорились, стали выяснять отношения и нанесли друг другу травмы. Экспертиза показала, что роковым для девушки стал всего лишь один удар.
Также требуют проверки причастности третьего лица, уже задержанного Григория Шишко. Следствию были переданы видеоматериалы, предполагающие возможную причастность Шишко к гибели Будягина и Порываевой. Необходимо проведение следственных действий, которые либо докажут, либо опровергнут вину Шишко. Исходя из вышеизложенного, я настаиваю то, что мой подзащитный был задержан несправедливо. У меня все, ваша честь. Да, я уже начал было сомневаться, тертый ты калач. То, что тебя отпустили под подписку о невыезде, это формальность. Надеюсь, суд дожмет мою версию про воедку. Алена, а что ты как неродная стоишь? Поблагодари нашего спасителя. Спасибо вам большое. Обычно она более разговорчивая. Кирилл, поехали домой, тебя дети очень ждут. Да. Ну, не прощаюсь. С возвращением, Кирилл Юрьевич. Лида, а это правда? Стася приходила в больницу? Да, она приходила к Дане. Я просила ее вас дождаться. Я с ней тоже виделась. Был там один инцидент в больнице. Даньку я ей не отдала. А что, Юрий тебе не рассказал? Юрий? Юрий. Я смотрю, вы здесь без моего адвоката вообще ни шагу ступить не могли. У меня только один вопрос. А где сейчас Стася, если ее не задержали? Судя по всему, она вернулась обратно. По крайней мере, она больше не объявлялась. Ты обедать будешь? Ну, ты еще спрашиваешь, солнышко. Я же после тюремной диеты. Лидочка, накрывайте на стол. Да, конечно. Юр, что случилось? Ты же вроде дело выиграл, а выглядишь, будто потерял близкого человека. Я, Лада, как-то особенно остро сегодня почувствовала, что я никому не нужен. Бутылка лучше друг? Это не выход. А знаешь, почему так? Почему? Потому что ты всегда один. На нас совсем не обращаешь внимания. На вас это на кого? Сотрудников? На нас, Юра, это на женщин. В тебя, между прочим, вся женская половина офиса влюблена. У тебя такой образ. Романтический. Грустный принц. Грустный. Принц. Почему принц? Если бы ты дал хотя бы какой-то знак, женщина, которую я очень... Мы не можем быть вместе. Не верю. Ее хочется обнять. Прижать к груди. Как в стихах. Если эта женщина действительно есть, то всегда можно что-то сделать, а не сидеть сложа руки. А если она тебя любит, то она будет только счастлива.
Спасибо тебе большое. Спасибо. А говоришь, не принц. Кирилл, я не хочу тебя обманывать. Ты и сам скоро узнаешь. Что еще? Стася точно уехала. Юля купила ей билет. Провела это как расходы фирмы. А ты, значит, это им позволила? Ну, конечно. Стася здесь устраивает беспредел в компании с каким-то придурком. Ну, ничего, пусть дальше гуляет, правильно? Я не судья. Естественно. Конечно. Я судья. Я судья, я злодей. Теперь должен разбираться с этой безмозглой. Я не могу понять, это у тебя женская солидарность, что ли? Мне просто ее жалко. Да, она пыталась шантажировать меня детьми, но то, как ты с ней поступил, это очень жестоко. Ну зачем ты сейчас вообще это начала? Просто представила себя на ее месте. А ты представь себя на своем месте. Давайте потом я так заскучу. Кирилл, нет! Что нет? Я знаю о твоей связи с Кристиной и о том, что она была беременна от тебя. И что? Слушай, так это ты из ревности тогда к ней вечером приперлась? Слушай, может быть, это ты ее и убил, Аленушка? Кирилл, этого больше не будет. Ты же никогда не требовала от меня верности. Что-то изменилось? Да. Что? Я больше не хочу с тобой жить. Мне надоело быть вещью, которая делает только то, что ты ей скажешь. Я никогда не прощу тебе, Егор. Себе я это тоже не прощу, но я устала терпеть, ничего не делать. Я устала бояться, что ты раздавишь меня так же, как Стасю. Я требую развод. Ты смотри, спящая красавица проснулась. Когда ты успела так измениться? Ты такая смелая. Тебе это очень идет. Кирилл, мы не договорили. Успеем. Если ты сейчас не бредила, успеем. Что у вас здесь происходило, а? Проверки, анонимки какие-то. Вы без меня вообще ничего уладить не можете. Ну,
Я всего лишь секретарь. Я говорила Алине Викторовне про письма, но она отказывалась платить. Ты меня за идиота не держи. Стаське, этому ее придурку, которого задержала, ты помогла? Нет. Не ври мне! Вы со Стасей подружками были. Алена ее жалеет, ты билет покупаешь. Вы что здесь, клуб обиженных баб устроили? Нашли момент удачный. Ну да, мне обидно за Стасю, а ваша Алена дрянь. Живет в шоколаде, и все не так. А у Стаси ни ребенка, ни перспектив. Зато у тебя знаешь, какие перспективы? Уволю нафиг, пойдешь улицы подметать. Устроили здесь. Кот из дома, мыши в пляс. Не стыдно, но я так счастлива. Не вовремя. Потому что это всегда бывает не вовремя. Всегда. Я сказала Кириллу, что подаю на развод. Я по мне? Нет. У него такой вид был. Он догадался? Или уже знает? Он вообще не поверил, что я всерьез. А я, когда рядом с тобой, ничего не боюсь. Хорошо, я ему сам скажу. Ну, что ты ему скажешь? Скажу, что как только встретил тебя, чуть с ума не сошел. Что, влюбился? Да, влюбился. Но сначала твою коленку. Это удивительно. Что? Я же вообще ничего о тебе не знаю. Кто ты, из какой семьи, какие книжки читаешь, фильмы любишь. Ощущение, что знаю тебя всю жизнь. Юль, привет. Ты не на подружку свою смотри, а на меня. Это я попросил ее тебе позвонить. Еще раз ты сюда сунешься, окажешься там же, где твой тупой подельник. Понятно? Ты так уверен, что всесильный Залевский. Можешь приказывать, ломать жизнь, как мне сломал, да? Свою жизнь ты сломала сама. Не маячь у меня за спиной. Ты зачем этот цирк с Данькой устроила? Цирк — это то, что я захотела сына увидеть. Цирк — это то, что тебе сын нафиг не нужен. Тебе мои деньги нужны, и все. Тебе он тоже не нужен. Что будет с твоими детьми, когда ты Алену выбросишь? Новую мачеху им приведешь, да? Ты что-то знаешь про Алену, чего не знаю я? Говори, или денег ты больше не увидишь. Да, я знаю. Знаю, что она тебя не любит. Тебя никто не любит, потому что ты урод. Да и пошел ты. Кирилл Юрьевич, к вам пришли. О, гонец от господина Порываева. Проходи, Кузьма. Говорю. Подождите, так нельзя. Что происходит? Куда вы их увозите? Им лекарства принимать, и не только из больницы. Почему мы раньше не встретились? Может быть, потому что мы росли в разных городах. Но сейчас же мы встретились. Детей увезли. Люди Порваева. Да, это они. А кто тебе смс-ку отправил? Это Лида, наша там работница. Позвони ей. Угу. На громкую связь поставь. Алена! Лида, я получила. Что они сказали? Куда они их повезли? Я не поняла. Они сказали, что от Кирилла Юрьевича, но очень грубо себя вели. Что мне делать? Лида, я сейчас приеду. Пусть никому не звонит. Надо узнать, что они хотят. Лида, вы слышали? Пожалуйста, никуда не звоните. Просто дождитесь, пока я приеду. Да, я поняла, хорошо. Дети-то тут при чем? Так, я с тобой поеду. Нет, Юр, это наше с Кириллом дело.
Наши с Кириллом и с Параваевым. Извини. Кирилл, ты где? Детей увезли люди Параваева. Нет, я не дома. Мне Лида прислала сообщение. Я ничего не путаю, я знаю. Видимо, на кладбище он решил, что отомстит нам. Хорошо, давай, я еду. Вадим Ильич просил передать, что лично к вам у него вопросов нет. И зато у меня теперь вопросов уйма. Привезите мне этого калача тертого. Да, я тоже могу рассказать вам, как он здесь ее спящую в нашем офисе обхаживал. Вы обалдели все, что ли? Уйди отсюда. Кирилл, мы должны решить, что нам делать и кому звонить. Ты должен сам позвонить Парываеву. Я уверена, что это все он. Спроси, зачем он это делает и при чем тут наш... Я знаю, что ты спишь с Калачевым. Люди Парываева за вами следили. Вот такая вот у него месть. Я виновата. Но дети... Ты когда с Калачевым в постели лежала, ты тоже про детей думала? Я прошу тебя, верни мальчиков. Пожалуйста, позвони Парваеву. Их увезли, потому что я так приказал. И сейчас они находятся в очень безопасном месте. Где они? Тебе это знать не надо! Подальше от гулящей мамаши. Я их мать. И я тебе не Стася, а у тебя со мной так не получится. Ты вообще не умеешь быть благодарной. Да я жила с тобой с благодарностью. Да что ты? А теперь? А теперь я полюбила человека и хочу быть с ним. Дай мне развод, я заберу детей и уеду. Стоять. Теперь смотри. Брата ты прошляпила? Твоего жениха из-за тебя убили! Со мной ты не жила, ты просто терпела. Теперь ты Лёшку и Даньку хочешь лишить семьи из-за того, что вдруг полюбила. Кто же из нас чудовище? Алёнушка. Пусти ты меня. Я тебе зачем? У тебя помимо Кристины было и будет много женщин. Зачем тебе видимость семьи? Зачем? Ты моя! Любимая! Ты издеваешься? Кирилл, это дикость! Я не твоя собственность! Я все равно с тобой разведусь, закрывай или нет! Этого не будет никогда! Мальчики, вы как, а? Вы меня зачем сюда привезли? Ты нянька, вот и нянька. Дети напуганы. Вы в гостях, вам бояться нечего. Приготовь детям поесть. Ну что, друг мой, Юрий, я же думал, ты друг мне. Да, давай друг другу в глаза поглядим и обсудим, как ты с женой моей поладил. Я люблю твою жену и хочу быть с ней и буду. Очень самоуверенно. И прямолинейно. Ты же тертый калач, ты же адвокат, нужно быть хитрее как-то. А что мне хитрить-то? Обидно, что вещь потерял. Ты даже характер проявлять начала. Она же тебе не нужна, Кирилл.
Пожалуйста, дайте мне свой телефон. Меня муж в комнате запер. Пожалуйста, ничего не спрашивайте. Все знает, пожалуйста, будь осторожен, он меня в доме запер. Юр, ты меня слышишь? Почему ты молчишь? У тебя все в порядке? Спасибо. А что случилось-то? Попал чем-то? Пожалуйста, дозвонитесь этому человеку, его зовут Юра. Мне показалось, что он меня не услышал. А передать-то чего? Что я его очень жду. А ты что, забыл, что дверь изнутри тоже закрывается? Открывай! Или мне выламывать дверь? Если ты зайдешь в дверь, я выйду в окно. Уходи. Никуда я не уйду из собственного дома. Тогда дай мне уйти. Вот ты тварь, а. Кирилл, давай договариваться. Давай. Если ты так спешишь к своему любовнику на небеса, прыгай. Только здесь невысоко. Убийцу-то не убьешься. Так только руки-ноги поломаешь. Где Юра? Где-где? Что ты с ним сделал? Там же, где Будягин, там же, где жених твой первый. Где твой братец, осточертевший своими закидонами. Удивительное совпадение. Они все тебя любили. И никто мимо меня не прошел. Я ненавижу тебя! А я ненавижу, когда посягает на мое. А я гляжу, дела у нас на поправку идут. Как видите. Здоров. Мой адвокат и народ живучий. Чудесное у вас тут место. Я наплавался. Прости, Юрка, тебя с собой не позвал. Но ты же больше любишь грязевые ванны. Ну, как и положено, хорошему адвокату, у него хорошие друзья, которые всегда оказываются в нужном месте и в нужное время. Ну, его несложно было найти по работающему телефону. Я думал, только у нас оперов работа опасная. Оказывается, у вас адвокатов тоже.
Юра, я тут среди наших удочку забросил насчет фармацевтической деятельности Залесского. Так что роют, как говорится, с миру по нитке. Преступнику приговор. Ты-то сам будешь подавать на Залесского? Фу, а толку-то от этого? Скажут, что избили хулиганы, а Кирилл Юрьевич здесь ни при чем. Ну да. Меня больше волнует, что с Аленой. Но в этом вопросе я тебе помочь не смогу. Тоже скажут, семейная ссора, сами разберутся, не вмешивайтесь. Будем думать. Андрюха, ходуй в гастроном. Делается. Петя, выручай. Там на крыше лист ветром сорвало. Надо на место поставить и закрепить. Я один не справлюсь. У нас еще мало времени, я по дороге вам все объясню. Юрий жив? Жив, жив. Ну, вы даете. Не думал, что у вас все это получится. Просто повезло, у вас очень хороший садовник. Мы Юрины друзья, да и ваши тоже. Не будем им мешать. Пойдем купаться. Через магазин. Можете уволить, Кирилл Юрьевич, но я не надзиратель, извините. Ничего, убежала, и пусть побегает. А ты сейчас съездишь за одним человечком. Я не уволен? Корм оставь. Извините. Друзья. Угу. Что с детьми? Кирилл признался, что это его люди их увезли. Он наверняка тебя уже ищет. Нам надо въехать на время, пока у меня не будет на руках того, чем я могу его прижать. Чем достаточно. И все-таки, что я должен сделать? Следствие ведь еще идет? Идет. Ну, так вот, я готов дать показания как свидетель, который раньше скрывал из жалости к жене. Сейчас ее жалеть уже в принципе не за что. Ну, я так понимаю, вы о ее отпечатках на вазе и нахождении в квартире во время убийства, да? Ты смотри, как удачно у тебя наконец-то сложился пазл. Кстати, такие же показания может дать задержанный Шишко. Он готов сотрудничать со следствием? Мутный тип. Он на дно долдонит. Что следил за вами по просьбе этой Стаси. И видел, как вы в квартиру входили, а потом полицию вызвал. Пусть долдонит. Он сотрудничать готов? Ну, готов, конечно.
При правильном-то подходе. Он не только против вашей жены, он против мамы родной покажет. Кирилл Юрьевич, а вы-то как? Готовы? Ну, как-никак. Жена убийца, шум, пресса, все такое. Ну, и ей не позавидуешь. Заслужила. Кстати, она уже и в бега ударилась, так что нужно объявлять в розыск. Давай. Где они? Добрый день. Че, думал, тяжело вас будет вычислить, да? Любимый учитель известного адвоката. Так вам адвокат нужен. Так вы не совсем по адресу, я уже не практикую. Дача вот это наше все. Где Калачев и его баба? Я не совсем понимаю, о ком вы. Алена Залесская где? Алена Залесская не имеет чести быть знакомым. Ломить бы тебе. Но мы все равно их найдем. Так и напередай при встрече. Понял? Всего хорошего, молодые люди. Это заброшенная база отдыха. Здесь мы какое-то время... можем спрятаться. Считай, это наш необитаемый остров. И сколько нам так скрываться? Люди Залесского нас и здесь найдут. До тех пор, пока... не найдут на него компромат. В порядке? Да, нормально. Слушай, а то, о чем я говорила, ну и не только я. Егор правду писал в письме, не врал? Не врал. Жаль, что выяснилось это все очень поздно, когда я Кириллу уже помог. О, у него поставки были не только в Светловидовск, но и на всю область. Держи. Я отца потерял, когда мне было 16. Кулагин стал мне вторым отцом, когда я у него учился. Держи. Условия у нас будут спартанские. Спасибо. Так. О! Николай Леонидович все предусмотрел. Юра. Заживет все, как на собаке. У тебя все беды из-за меня. Я уже и не рад, что со мной встретился. Главное, что мы вместе. Я тебя люблю. А я тебя.
Очень красивая. Юр. Мы же не можем всю жизнь здесь прожить. Мы не можем сейчас уехать. Нас найдут. Ну, найдут, и что? Ну, что они сделают? Ну, здесь сидеть вечно мы тоже не можем. Без телефона, без новостей. Не понимаю, что там происходит. Ну, вот смотри. У нас продуктов на неделю. Угу. Скоро приедет Андрюха Потапенко. Соскучилась по новостям. Ну, там есть радиоприемник. Ладно. Я пошел на рыбалку. На ту сторону острова. На момент аварии в помещении никого не было. Также люди опасаются, что рухнет и соседний дом, который также находится в аварийном состоянии. Вчера произошел пожар в загородном доме известного бизнесмена Кирилла Залесского. На данный момент он госпитализирован вместе Юра! С людьми. Причина возгорания неизвестна. Ведется расследование. И о погоде. На севере страны пасмурно. Переменная лунка. Местами краткосрочные дожди. Извините, пожалуйста. Извините, вы не могли бы меня в город отвезти? Я скажу, куда. Я заплачу, у меня есть деньги. Куплю бензин поесть. Хотите? Курицу, да? Спасибо. Можно вот булки какие-нибудь? Курицу. Да, документы предъявите, гражданка. Отпустите нас, пожалуйста. У меня дети в беде. Мне срочно нужно к ним. Можете не предъявлять, госпожа Залесская. Мы и так вас узнаем. Дети где? Я так понимаю, пожар — это лодка была. Ну, как видите, сработало. Где мои дети? Наши дети дома, с Лидой. А как вы думаете, почему здесь? Потому что сбежала от мужа. Она у вас с юмором. Нет, гражданка Залесская.
Вы здесь, потому что вы подозреваетесь в непредумышленном убийстве Кристины Порываевой и умышленном Дмитрия Будягина. Ваша вина уже доказана. И дело в ближайшее время передадут в суд. И сколько вам за это заплатили? Кирилл Юрьевич, у вас 5 минут. Спасибо. Ну надо же. 10 лет назад ты меня спас от судимости. А теперь что, решил исправить ошибку? Мне всегда нравилась тебе одна черта. То, что ты не дура. Если ты собираешься ставить мне условия, я их принимать не буду. Раньше я это... Скажи честно, ты меня когда-нибудь любила? Хотя бы немного, хотя бы час! Испытывала чувство благодарности. И, может быть, нежности после рождения Лёши. Но ты быстро это исправил, заведя новый роман с очередной... Как же я ошибался. Ты дура. Но это было честно. Поэтому я тоже буду честным. Ты больше не нужна. Ни мне, ни тем более моим детям. Поэтому живи как хочешь. Я-то надеялся, что та наша с тобой встреча была последней. Ты знаешь, я тоже. Но есть нерешенные вопросы. Ты знаешь, я еще по Светловидовску понял, что слишком много сигналов из разных источников. Но я тогда не придал этому значения. Тогда. Может, это потому, что ты под юбку моей жене заглядывал? Увлеченно. Смешно. В этой папке полное досье на тебя. Про дела твоей фирмы, связанные с поставкой медицинских препаратов, которые ты переделывал в дурь. Наркотрафик. Ну, много всего, Кирилл, много. Продолжать? Нет. Про свои дела я сам все знаю. А эту папку... Да подотрись ты ей. Совсем скоро она ляжет на нужный стол, и... Кирилл, там будут решать, что с ней делать. Но пока они будут подтираться, я бы на твоем месте искал хорошего адвоката. Что ты хочешь? Не хочу, чтобы ты отпустил Алену. Не она убила Будягина, и даже не Шишкова. Да, Алена сделала удар, но это было целью самообороны. Но вот добивал Будягина... Уже ты. А ну, ты чего, а ну? Вставай. Ты что сделал? Ты ее убил? Ты ее убил? Шишков все это видел, поэтому и выдал полицию. Слушай, ты мне надоел. Ты знаешь, это еще не все. Да? Ты вышел из подъезда якобы к машине, а на самом деле за Шишко. Но ты его не догнал. Ты вернулся посмотреть на состояние Кристины. А тут и полиция подоспела. А Шишко все это сфотографировал и потом шантажировал Алену. Вот я вот вытащил тебя, зная, что ты врешь. Вытащил не для того, чтобы вместо тебя села Алена. А я нанял тебя не для того, чтобы ты переспал с моей женой. Что дальше?
все эти угрозы пустой звук. Нет, это, папка, не пустой звук. Кирилл, она произведет громкий звук. Пойдем. Сколько ты хочешь? Я надеюсь, ты понимаешь, что деньгами этот вопрос не решить. Освобождают Алену, снимают с нее все обвинения. Тогда я не даю ход этим бумагам. Ты мне не оставляешь выбора. Алену ты не получишь. Твою жизнь. Вас мы отпускаем. За Лески снова сюда. Ну, за все его дела. За убийство Бодягина, ну и за Юрку. Следователь сказал, что это Кирилл стрелял. Да, больше не будет такого адвоката у Залесского. Придется за все отвечать. Закроют надолго, без вариантов. Что случилось? Идемте. Случилось то, чего я боялась больше всего на свете. Из-за меня погиб человек. Сам дорогой для меня. Я не понимаю, кто погиб? Юра? Ну, Залесский, конечно, стрелял в Юру, но попал в потолок. Юра очень легко отобрал у него оружие, он у нас скала четвертый, все хорошо. Это правда. Женщина, не понять. Горе, слезы, радость, и тоже слезы, еще больше. Мальчишки, осторожней! Мы хотим в «Казаки-разбойники». Давайте делись на две команды. Так, это, пожалуйста, без меня. Но единственное, мне бы очень хотелось, чтобы Алексей всегда был в твоей команде. Я больше никогда не дам его в обиду. Не волнуйся, мы с Алешей в одной команде. А со мной? С тобой тоже, мам. Бойцы! Ну что, привет. Знакомиться будем? Привет, я Юрий. Алексей. Очень приятно, Алексей. А вас как зовут? Даниил. Даниил. Тоже красивое имя. Привет, я Юр. Ребят, это... Да мы поняли. Идем, найдем себе кого-то в команду. Да, не просто нам будет с ними. Мы же справимся. Вместе справимся. И вообще заботы нас ждут, и бытовые, и юридические. Ну, и с мальчишками тоже. Такая тебе невестка досталась. С приданным. Не? Ну, кто же я? Ты моя любимая. Мальчика третьего пищаешь? Угу.